«Наши в городе» программу, в которой мы рассказываем о всем самом интересном, что происходит с нами и с вами в нашем любимом городе Нью-Йорк. Мы находимся в ресторане «Love You», и сегодня здесь состоится концерт профессора Лебединского. Пока в ресторан собираются гости, мы узнаем, кто же такой профессор Лебединский. Ну, я так думаю, кумир нашей молодости. Мы на нем выросли. По-моему, «Убью тебя, лодочник» знают все, даже наши дети. Ты песню помнишь хорошо? Ну, если надо будет исполнить, чуть попозже, да, я думаю, вполне смогу. Леша, я считаю, такой супермен, брутальный мужчина, сильный, веселый, нежный, симпатичный. Супер папа. Это замечательный человек, невероятный мужчина. Мало того, что он просто красивый и веселый, но он еще, как оказался, щедрый, умный, талантливый. И не прийти на концерт я не могла. А скажи, пожалуйста, любимая песня из его репертуара? Ну, конечно же, всеми любимая и всеми известная «Я убью тебя, лодочник». Вы с ним лично знакомы? Знакома. И много раз. Вы с ним знакомы? В какой обстановке были? В такой в личной обстановке, на расстоянии руки, в виртуальной обстановке. Как вам нравится он? Как мужчина? Как мужчина? Интересный мужчина. Очень даже интересный мужчина. Ваша любимая песня профессора Лебединского? Моя любимая песня называется «Я никому не скажу, что сегодня февраль». Денис, привет! Мы находимся у тебя в ресторане, и все с нетерпением ждем концерт профессора Лебединского. Ты лично знаком с ним? Лично знаком и очень дорожу нашим знакомством. Мы делали концерт буквально год назад, не загадывая. И вот настолько нам понравилось выступление. И на самом деле артист очень динамичный, веселый. Ну, то есть душа, на самом деле. И я от всей души, то есть как бы мы хотели это сделать концерт раньше, но не получилось. Но вот мы уже здесь, в Нью-Йорке. Твоя любимая песня профессора Лебединского? «Я убью тебя, лодочник». А вторая песня очень школьная. «Помню школьную скамью, до сих пор ее люблю. Буду помнить ее, что бы ни случилось. Помню ей споет Гомер, помню У равно Р. Это круто, мне по жизни пригодилось». А сейчас самое время встретиться с нашим героем. Я напоминаю, что мы с вами находимся в ресторане «Love You». Рядом со мной профессор Лебединский. Да-да, тот самый профессор Лебединский. Именно сегодня он откроет тайну. Алексей, ну вы же готовы сегодня сделать признание? Я просто не знаю, к чему ты сегодня готова, а так, в принципе, могу определиться. Тогда ответь, пожалуйста, на вопрос. Ты убил того самого лодочника? Хороший вопрос. Вообще-то я с ним даже не виделся никогда и не знаком. Зато наши зрители прекрасно знакомы с песнями профессора Лебединского. Я просил их, не приходите, пожалуйста, но они все равно приперлись, поэтому мы поем. И нам приходится веселиться, простите, то, что вы сюда не попали, это мы не виноваты. Вообще, Леш, молодец, это единственный из 90-х, который круто стоит и доставляет нам тот кайф, который он доставляет. Говори все, что угодно, люди танцуют, это самое главное. Профессор Лебединский, это круто! И на прощание знаменитая песня профессора Лебединского «Я убью тебя, лодочник». Спонсор программы – ресторан «Love You». Ресторан «Love You» – самое популярное место в Бруклине. Вкусно, качественно и весело.
Спонсор программы – ресторан «Orange Grill». Ресторан «Orange Grill». Философия жизни, философия вкуса.